магическое путешествие по горному Алтаю. Это запахи, это вкус, это осязание и это обоняние. Внутренне очищаем пространство, в котором находимся, принимаем удобное положение. Посмотрите, насколько удобно расположилось ваше тело в пространстве. И во время практик определяем одно место, и это место мы с вами не меняем. Почувствуем тепло, которое идет от огня. Тепло в руках. Представим красно-огненный шар и поместим это тепло на низ живота. На выдохе закрываем глаза. Это волна. И в зависимости от фазы и частоты, эта световая волна, как электромагнитная волна, имеет и меняет свой цвет. Начиная с красного до ультрафиолетового. За коммуникацию, за общение.